Доброе утро, ребята. Я сейчас нахожусь в Лагуна Бич. Это такой милый городок. Я, кстати, вам когда-то влог снимала отсюда. Мы с Женей здесь отдыхали. Но сегодня у меня здесь будет съемка. Я приехала раньше своего времени. И я сейчас зашла в Starbucks. Вообще здесь так круто. Я приехала сегодня очень рано сюда. Людей вообще практически нет. Пьешь кофе, воздух еще свежий, потому что раннее утро. И у тебя вид на океан. Вообще такая здесь атмосфера классная. Иногда каждому человеку нужны такие моменты, когда он может просто побыть наедине с собой. И это просто замечательно. Появляется какое-то вдохновение, приходят в голову какие-то мысли, какие-то новые идеи, мне хочется что-то написать, придумать какие-то интересные темы для видео. Мы даже не замечаем этого, но мы каждый день находимся среди людей. Это школа, институт, работа, семья и так далее. Нет возможности подумать о чем-то высоком, подумать о своих планах, о жизни, потому что ты в этом круговороте событий, ты просто устаешь, и так каждый день сурка, поэтому, ребят, очень важно пытаться находить какое-то время, где вы сможете, может быть, наедине прогуляться где-то, посидеть в кафе. Я уже на месте. Это какой-то дом с видом на океан. И здесь будет сниматься эта реклама. Здесь полный дом людей. Здесь целый продакшн. Я даже не ожидала. Вид, конечно, красивый. Вообще прекрасно иметь какой-то загородный домик, который с видом на океан. Это настолько расслабляет, наверное, когда вы просыпаетесь с самого утра и видите вот эту воду и шум этих волн. Сразу же какое-то умиротворение. Кончик соседнего дома. Вообще у них так мило. Такое кукольное. Это место, где будут делать макияж. Как вы видите, визажист уже начал работать с другими, по-моему, парнями-моделями. Покажу вам сам дом. Здесь, конечно, такой хаос. Видно, все переодевались. Этот дом такой красивый, вообще такие виды здесь, в каждой спальне вид на океан. Ну как-то сегодня все медленно, мне кажется, они не спешат никуда. Вернее, наверное, из-за того, что просто много людей сегодня снимается, получается три парня-модели и два ребенка, поэтому все так долго. Ну я надеюсь, что меня недолго будут снимать, потому что я сегодня не в настроении сниматься. Почему-то я была не настроена на рабочий лад с самого утра, мне так было лень ехать. Ну, возможно, из-за того, что я очень рано встала. Вообще я еще не начинала работать, а уже домой хочу. Нормально. Состояние такое. Не прошло и полдня, меня наконец-то накрасили. Так получилось, что когда меня начали красить, наступило время ланча, мы пошли покушали, потом снова продолжили делать макияж. И у меня уже такое ощущение, что мы полдня только делаем один макияж, и все никак не начинаем снимать. И я хочу уже скорее бы это начать, чтобы скорее закончить и уехать на свой заслуженный отдых. Завтра воскресенье. И в понедельник, кстати, мы же не собираемся в Санта-Барбару опять. Нам там очень понравилось. Будет реклама сегодня какая-то для геля для волос, причем для мужского геля. И это будет реклама в стиле Джеймс Бонд и его девушка, наверное, не знаю. Моя съемка закончилась уже, хотя начиналась она очень, как мне кажется, долго. Первая половина дня для меня была очень тяжелая, я хоть ничего не делала, мне почему-то сегодня была какая-то лень. И весь день, вот этот вот, когда я представляла, что мне еще целый день работать, мне штурно было, но время пролетело на самом деле быстро. Доброе утро, ребята, я сейчас на съемках фильма своего мужа. Я вам уже рассказывала, что он снимает фильм, мы уже все, в принципе, сняли, осталось несколько сцен ему доснять. И для этих сцен он взял актера Эрика Робертса, это известный актер, он уже пожилой, ему за 60. Кто не знает, это родной брат Джули Робертса. Я помогаю снимать Жене бэкстейдж. Делаю разные видео для Инстаграма, для социальных сетей. И они сейчас поехали какие-то сцены снимать на улице куда-то, а потом они будут тут снимать в офисе. Я пока осталась тут, жду их. Тут у меня еда, кофе. Автомат с какой-то дрянью. Студия тут такая прикольная, я сейчас вам покажу. Здесь как кухня, можно так сказать. Тут микроволновка, кофемашина. Вот здесь у нас гримерка. Очень странное кресло. Выглядит не очень комфортно. Какие-то странные лица. Как-то жутковато тут. На самом деле такое все старое. Это мне кофту дал Сэм, потому что я замерзла, я не ожидала, у нас вообще жарко было. Хорошо, что у него была еще одна кофта. Пойдемте дальше. Самое прикольное сейчас вам покажу.
Смотрите, как реалистично сделано. Класс, да? Это хищник против чужого. Вот это меня пугает больше всего. Ой, ужас какой, ребят. Мне не верится, что я сейчас хожу среди этого всего. Как оно стрёмно выглядит. Мне тут не страшно сейчас. Оно нормально, потому что в студии много людей. Все окей, но, наверное, если бы я тут была бы вечером, когда никого нет, мне было бы жутко. Ай, блин, почему она такая липкая? Ребят, оно такое реалистичное за счет материала. Я просто думала, что оно просто какое-то твердое, не знаю, пластиковое. А оно какое-то мягкое. Это как... Вот, как... Даже не знаю, что это за материал. Но то, что имитирует кожу. Поэтому оно выглядит довольно-таки реально. Я не верю, что я это трогаю. Это же надо у кого-то же работа такая создавать, такой ужас. Какой он страшный. Он тоже мягкий. Мне кажется, это, наверное, какой-то реально дорогой материал. Как они это делают из чего-то, что дает такую реалистичность, как кожа. Поры, морщинки. Если бы вот это потрогали, просто то было такое более плотное, а вот это настолько мягкое, вот, вы видите, даже страшно. А еще она какая-то как слизь на ней или что-то такое. Ай, я в шоке. Фу, она липкая. Блин, на нее смотришь, реально, как будто она сейчас глаза откроет, хотя не. Так, а здесь, наверное, мы будем сегодня снимать в этой локации. Подготовили уже офис для нашего актера, зеленый фон. В общем, после всех этих сумасшедших кукол, мне уже кажется, что я уже Хэллоуин отпраздновала. Был полноценный Хэллоуин. Я, кстати, достаточно равнодушно отношусь к этому празднику. Ну, мне никогда почему-то не приводило в восторг вот это вот переодевание в каких-то монстриков, еще чего-то. Почему-то мне вообще тематика смерти, вот эта вот кровь, скелеты, черепа, ну, мне почему-то, ну, не знаю, мне просто неприятно. Кстати, я только что была в цеху, где делаются все вот эти вот монстрики, куклы для фильмов. Это два мужчины, у них это компания по производству этого всего, они получили даже Оскар, так как они сделали куклы для очень многих известных фильмов, для Чужого, для вот Аннабель, кстати, последний был, который куклу я нашла. Это именно та кукла, которая была в фильме. И вообще все, что я вам только что показывала, все вот эти вот монстры, все это настоящее из фильмов. Вообще очень круто, я даже не ожидала, что у меня будет сегодня такая экскурсия. Кстати, они все это делали для фильмов с 80-х годов, уже много лет, и вот эти вот все постеры, которые здесь висят на стенах, это реально те фильмы, для которых они делали различные спецэффекты. Фотографии, как создавались эти шедевры. Там хоть и нельзя было снимать в этом цеху, но вот фотографии, они, в принципе, мне кажется, оттуда, да, это, кажется, это место. Как они создавали вот этого малыша, я в шоке, он гигантский. По частям. Только что разговаривала с женой Эрика Робертс, она мне рассказала о том, что у них сын музыкант, и подарила мне два диска. Также я у нее спросила, сколько они лет вместе с мужем, она говорит 25. Я говорю, ну в чем же ваш секрет, можете поделиться, как вы все-таки прожили столько лет вместе. Она говорит, что можно менять очень много партнеров по жизни, но по сути будет все одно и то же с каждым. Ну, люди, конечно же, отличаются, да, но в целом, да, в общем, в принципе, это одни и те же проблемы. Изначально в начале отношений все хорошо, там бабочки, бла-бла-бла, потом начинаются какие-то определенного рода проблемы, которые, в принципе, проходят через это все, но просто у некоторых не хватает терпения, они разрывают отношения и идут в другие отношения с теми же отношениями,
человеком происходит, можно сказать, если не одни проблемы, то другого рода, но они тоже бывают. Поэтому тут все-таки важно терпение. В общем, мы сегодня 12 часов снимаем, как обычно, с 7 до 7. Потом после этого мы еще едем в даунтаун снимать Ника Бейтмана. Модель очень известна в Инстаграме. И он снимался уже не в фильме, и нужно тоже доснять с ним одну сцену. Интересные кадры с интересным таким светом. Такой психоделик у нас тут. Здесь нет съемочной команды, здесь только у нас буквально 3 человека, потому что сцена очень маленькая. Это просто будет микросцена, которой не хватает в фильме. И съемка еще будет продлиться завтра и послезавтра, кажется, 3 дополнительных таких дня. И фильм практически будет готов. I can take a fake swig, don't worry. Okay. Oh, I'll take a real one. I just can't drink too much. It's orange? Yeah, it's just I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. That's the red light, you know what I mean? I don't know why every movie's like that. Мы сейчас собираемся на премьеру фильма. Кстати, мы уже давно никуда не выбирались так, чтобы можно было Жене одеть костюм, мне платье. Я уже собралась, и мы ждем Сэма. Мы вместе туда поедем. Кстати, платье на мне, которое я вам показывала в этом видео о моем осеннем гардеробе. Сегодня его надела впервые. Тут уже в машине, Сэм за нами приехал. I'm not Sam, please. Pablo. Hello, Pablo, that'd be nice. Come on. And I'm driving crazy. Yeah, come on. Where are they moving? Right off 101. Его отец, кстати, был режиссером, который снял «Рокки» с Сильвестром Сталлоне. И его отец, у него есть «Оскар». И Эш, после того, как он был долгое время владельцем лейбла, он решил податься в киноиндустрию и снял фильм «American Seder». И вот сегодня премьера этого фильма, этот фильм о Сэме, Сэм главный персонаж. Он сделал очень умную концепцию, потому что у него огромная аудитория фанатов музыки, рок-музыки, и он сделал этот фильм специально для этой аудитории. В этом кинозале очень комфортабельное сиденье. Здесь можно регулировать, можно положить ноги на такую специальную штуку. В общем, она выдвигается. А также это сиденье настолько раскладывается, что можно просто вообще лежать полностью лежа. Мне нравится такая идея. Я не знаю, о чем этот фильм, но очень странно, что половина людей, которые пришли на премьеру, они все в черном и выглядят достаточно готично. И у меня такое ощущение, что я в этом белом платье немножко отличаюсь. Уже начало первого, я безумно хочу домой спать. По поводу фильма, я не знаю, он такой специфический, на любителя, и мы с Женей сейчас на паркинге стоим, ждем Сэма, потому что Сэм забыл, на каком этаже он припарковал машину, и он ее ищет. Как тебе фильм? Честно? С точки зрения, что начинающий режиссер, можно сказать, то... Для первого раза не. Не, у него в этом фильме есть очень сильные сцены, и я, честно говоря, ожидал, что актеры будут даже хуже играть, которые не актеры. То есть там есть профессиональные, типа Малком Макдауэлл. Но все вместе для меня это выглядело как какое-то концертное видео с перебивками сцены дела. А я даже не расстроилась, потому что мы столько плохих фильмов в последнее время смотрели. Ребят, привет! Я только что приехала на съемку. Сегодня я буду сниматься для ювелирных украшений. Это в основном золото. И я работаю сегодня у европейцев. Тут часть людей из Болгарии, часть из Турции. И настолько они гостеприимные, приветливые. У меня никогда не было таких закусок хороших, как здесь. Меня так накормили перед съемкой. They say you crazy, just leaving me suffocate you. But I wanna be in your arms. They say no, don't pick up the phone. Let them think they're nobody home. But I'm under your spell. Cause when you call, my heart starts to roll out.